Команда «Земагра» в гурту УФОПів, в громадській цій організації. Підкажіть, будь ласка, представтесь, що зробили за неділю для нашого каналу, для людей, ну і для тих же самих фоповців, для групи фопів. Смотрите, фопи ж побили на акції, тепер гуртуються на наступну акцію. Трошки громче, так. На наступну акцію. Представтесь, будь ласка. На 17 число, Сергій, Шостка, Сергій Шостка. Готуємося на 17 число. А, бачив пост, так. Агітуємо же ж, агітуємо і самі готуємося, і ми ж не здаємося, і не здадимося, ну і не здадимося ж, звісно. Що... Влада трошки якусь зрушила в нашу сторону щось, тому що я на лікарняному був. Нету. От, я ж так пану Василю і кажу, що я щось особо не бачу. Влади ж немає, вона ж на канікулах. Так. Самое важное, что зрушилось... Представьтесь, будь ласка. Вася меня зовут, Свиса, Сумская область. Угу. Самое главное, что зрушилось, что они не знают, что с нами делать. Вот это же я так зрозумів, да, на лікарняному. Вот это да. Самая большая победа, да. Да. То есть, а мы как бы, ну, будем продолжать стоять дальше. Ну, как бы, мы упертые и настойчивые. И как бы наш лидер не меняет ни... взглядов, ни требований, все четко и как бы понятно. Никто не бежит ни в какую сторону, все идет четко, как по написанному. Ну, пока в нашу сторону они ничего не сделали, что вопросы. Они сделали, они как крысы прячутся по подземным переходам, то есть они к нам, мимо нас уже даже боятся пройти. Это очень много. Они нас боятся, по крайней мере. Ну, то есть, и... они входят и выходят по подземным ходам, как крысы. И это уже... А вы маете на увазі там в Верховній Раді? Да, в Верховной Раде никто из депутатов мимо нас уже не идет. То есть, значит, что? Получается, они нас боятся. А боятся, значит, уважают. Нагоняют много милиции, нацгвардейцев. Это уже уважение к нам идет. Значит, мы как бы правильно все делаем и идем по правильному пути. То есть, у нас одна задача собрать как можно больше людей. Все. Больше нам... Ну и ждем, когда у них как бы дойдет, что по-другому все равно ничего не будет. Будет только так, как мы хотим. Потому что плохо, что они путают, они у нас на работе, они мы у них на работе. Це вони забули точно, да. Да. То есть они должны, когда принимают свои законопроекты, просто должны выйти и спросить, как нам сделать, чтобы вы жили лучше. Не они, а мы. И громадская рада, да, повинна бути пришли, при любых говорят, питаниях. Как, чем вам помочь? Что сделать для того, чтобы вы стали жить лучше и при этом начали платить больше налогов? Ну, как вчить Павлюченко, да. Что жодну громадскую раду они не збирают, повинні збирати. Это Филькіні грамоти. Это просто они делают, распорошивают людей от нашего движения. Они боятся нашего движения. И этими своими действиями они только распорашивают людей. Но люди уже начинают понимать, что движение то одно на самом деле. Ой, можно еще питання, так что в голову пришло? Тобто, якщо я правильно зрозумів, тобто всі наші ФОПи люди, вони звіти не здали за той рік, правильно? Тобто на зараз із-за того, що питання подвішене. Так, а ми зараз как бы и работаем все вне закона. Уже ж все. Мы ж все уже, ну, ми непонятно, где мы сейчас находимся. Зрозумів. Пан Сергій, ви що скажете? А, вот же, после 25-го какое было число? Первое? Первое. А да. Первого числа уже ж было 92 депутаты от слух. За нас уже голосовали. И, то было 20 депутатов, все 92. Ну, как 93 бы, депутата уже. Все как бы уже... Все зрушилось трошки. Да, они уже зрушили, не знают, да. Они реально не знают, что делать. Ну, даже понимают. Слуги сами без козивки. Да, да, да. Там не хватило буквально 30 голосов. Тобто ще трошки дожать, условно, і всі наші вимоги будуть виконані, правильно? Конечно, конечно. Ну, трошки, плохо, не, що трошки, не все плохо, що не всі ФОПи как бы, ну, раскололи на самом деле на два лагеря, которые есть, гетьманцев называют конструктивные, которые жопу лижут их Зеленским. Зеленскому и гетьманцеву. Это конструктивные ФОПы. Mm-hmm. А есть ФОПы, которые ФОПы просто, которые просят просто дать возможность работать и платить налоги дальше. Все, вся разница. Команда «Земагра» с вами. Дуже дякую, пан Сергій, дякую.